17 января в станице Северской по улице Комарова загорелось здание во дворе районной полиции. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Северского пожарно-спасательного гарнизона в 7 часов 13 минут. Прибывшие на место спасатели установили, что загорелось здание на площади 50 квадратных метров. В помещении находились группа тылового обеспечения, архив и несколько кабинетов. В 7:35 возгорание локализовали, в 8:30 пожар удалось потушить. Происшествие обошлось без пострадавших. Причины произошедшего выясняются.